туда хожу, просто обратно. Я не буду никого возвращать. Чё на фигню? Спасибо большое. Итак, мы начинаем Bad Baby. Английский поинтер. Итальянский пани форса. Мексиканская голая стандартная. Пассенджи. Самоед. Бультерьер миниатюрный. Товаршир. Американский пулей покет. Английский спрингер спаниель, далматин. Это все участники. Субтитры сделал DimaTorzok.
москитов, итальянский канекорса, тайский риджбек, ведлингтон терьер, лэндленд терьер, французский бульдог, померанский шпиц той. Это все участники. Deeper than night.
bring me back to life. Кани Корса, 11,5 лет. Американский стафордширский терьер, 9,5 лет. Уипет, 8 лет. Колли длинношерстный, 8 лет. Бассенджи, 8 лет. Шиперки, 8 лет. Бассет Хаунд, 9,5 лет. Цвергшнауцер черный, 8,5 лет. Вершинский терьер, 8 лет. Это все участники.
Так судья сделал выбор. Бронзовым призером Беста ветеранов становится цвет шнауцер черный. Я попрошу участников перейти сюда, потому что вы закрываете пьедестал. Спасибо большое. На второе место мы приглашаем Басенджи. И первое место занимает американский стаффордширский терьер. 9,5 лет наш ветеран. Продолжаем, и при ринге у нас первая группа FCI. Судья в ринге Валентин Федоров, Беларусь. Итак, в ринг мы приглашаем фландерский буен, чехословацкая волчья собака, австралийская овчарка, колли длинношерстный, американская миниатюрная овчарка, вельшкорги Пемброк, Шиберкен.
выбор сделан. На третье место мы приглашаем американский булли «Стандартность». Второе место занимает итальянский Кани Корсо. И победителем второй группы становится Цвирк Пинчер. Итак, мы приглашаем победителей пятой группы. Судья в ринге Владимир Шиян, Россия. Так, в ринг приглашается американская Акита, сибирские хаски, Солоискин-Ицкуинтли стандартный, Асенджи, померанский шпиц, малый шпиц. Это все участники. И первое место
Басенджи! Так, у нас готова шестая группа. Судья в ринге Владимир Шиян, Россия. Сейчас у нас участники, победители пятой группы Ассурбанян. Мы приглашаем Родезийского Риджбека, Далматин, Баварская горная гончая, Бассетхаунд, Бигль. Это все участники. Девятая группа, а судья
в ринге. Валерия Худякова, Россия. Итак, в ринг приглашается Будиль Малый. Будиль Той. Кавалеркин Чарспаниель. Французский бульдог. Папион. Тибор Брабансон. Кинг Чарльз Спаниель. Чихуахуа длинношерстный. Китайская кокладная собака. Итак, на третье место мы приглашаем китайскую хохлатую собаку. Второе место занимает собака породы папион, континентальный, то есть паниэль. И победителем девятой группы ДСА становится Будиль Той Черный. Готовится 10-я группа. Судья в ринге Владимир Шиян, Россия. А в ринг мы приглашаем Афганская борзая, ирландский вольфхаунд, уипет, малоитальянская борзая, либретто. Уикет. Второе место занимает ирландский вольфхаунд. И первое место 10-й группы — афганская борзая. Мира, не надо.
перед пьедесталом. Аня, корм! Буквально через минуту начнется Best in Show. Выставки клуба «Звезда Невы», ЦАЦ, чемпион федерации. Победители 10 групп выйдут в ринг. Судья Best in Show Стефан Митревский, Северная Македония. Четвертая группа, подойдите, пожалуйста, при ринг. У нас начинается Best in Show. Все, готовы? Итак, в ринг мы приглашаем Вельшконки Пемброк, Сверх Пинчер, Лейтленд Терьер, такса стандартная жесткошерстная, Пассенджи, Бассет Таун, ирландский красный сеттер, английский спрингер спаниель, Будешь той и афганская борзая. Thank you.
Определены.
И мы приглашаем бронзового призера выставки САС, чемпион Федерации клуба «Звезда Невы». И это Басенджи! Победителем Best in Show становится афганская борзая. Мы благодарим всех участников, всех победителей. Приглашаем наших уважаемых судей сфотографироваться с победителями Best in Show.